Еще несколько лет назад Динара сама ходила в этот лицей, а теперь она пришла работать сюда вожатой. Быстро ходи, смотри, не зевай. Раз, два, три. Вместе с детьми она играет на свежем воздухе и проводит конкурсы. Летний лагерь работает на базе лицея номер 10. При этом дети собираются из разных учебных заведений и находят новых друзей. Первый день, когда я сюда пришла, я с помощью подвижных игр выявила, у кого какие потребности, кто где больше развит, и вот буду делать на эту специфику. В летнем лагере прислушиваются к потребностям каждого ребенка. У кого-то способности к музыке, у кого-то к спорту, а кто-то сам пишет стихи. Исходя из интересов детей, формируют досуговую программу. А что больше всего вам нравится здесь? Мне нравится гулять. В летнем лагере «Дубравушка» проводят каникулы 100 детей от 7 до 15 лет. При этом ребята постарше помогают вожатым в присмотре за младшими. Дети отдыхают в лагере с 8 утра до 6 вечера. По настроению детей, по тому, как они себя ведут, видно же, что это свободные, счастливые дети. Им нравится, действительно нравится. Педагоги у нас высшей квалификации. Это действительно педагоги, это наставники, им нравится их работа. Опять же, это видно по детям. Тут даже вопросов не надо. Вот смотрите, все на ваши глаза. Этот формат летнего досуга детей очень востребован в городском округе. Летние лагеря позволяют родителям спокойно работать, зная, что в это время их дети находятся под присмотром. Александр Гузаев, Николай Забродин, новости Химки ТВ.